В редакции ТВК не стихают жалобы от телезрителей на уборку снега, а точнее на ее отсутствие. Чаще всего в последнее время работой коммунальщиков недовольны жители улицы Карла Маркса. Местные водители считают, что ледяная колея и высокие сугробы могут привести к автомобильным авариям. О снежной проблеме в репортаже Азама Насрединова. Эти кадры мы снимали ровно месяц назад, когда после обильного снегопада тяжело было передвигаться по всему Бердску. Жители улицы Карла Маркса, да и нередко бывающие здесь автомобилисты, сетовали на плохо очищенную улицу. Вот сейчас еще двор чистят, из-за этого тут столько машин много. А так нормально, в принципе. Такая колея, машины выбрасывают вот сюда, сколько раз уже было. Она вообще не чистилась с самого начала снегопада этого, осени со всей этой. Ну, тут помехи, конечно, вот машины еще большие создают, это я понимаю, но нет, так-то с осени чистили, не вроде все неплохо, а со снегопадами ничего не делалось. Вот здесь вот колея постоянно, вот здесь вот такая ледяная, машины вдоль дороги стоят, выбросить делать нечего. Здесь, ну, главное, это, наверное, чистят, а здесь редко чистят в этом году. Не сильно приятно, так же, как и везде практически, поэтому... Узковато. Тогда руководители коммунальных служб города заверяли, что улица будет очищена от снега. И обещание свое они, конечно же, сдержали. Но вот спустя месяц картина все та же. Проблема уборки снега с улиц Бердска актуальна даже тогда, когда, казалось бы, и осадков в городе давно не было. Но то ли по забывчивости, а может и вследствие других причин, коммунальная техника практически избегает ряд улиц Бердска. Одной из таковых улиц-изгоев является Карла Маркса. Да, здесь не проезжает общественный транспорт и автомобильный трафик не очень большой. Но это не делает ее тупиковой. Наличие жилых домов и социальных учреждений означает, что раз за разом тут будут проезжать автомобили. Но скорее не проезжать, а пробираться через образовавшуюся от наката колею. Ленина улица чистится, а второстепенные более-менее. Она, ну, ходовая, здесь также машины часто ездят. Ну, видите, там колея большая, невозможно вообще. Если кто-то рядышком стоит, то приходится зад сдавать и ждать тебя, и пока... Ну, проехать невозможно. Вот такая дорога здесь. А вроде чистили же? Чистили один раз за всю зиму. Чистили, да. Ну, все, то после этого снегопада опять вот так же стало. Точно так же. И вновь горожане жалуются на образовавшуюся колейность и зауженность улицы. И когда сюда вновь заедет техника, пока неизвестно. На время подготовки материала нам комментарии от руководителей коммунальных служб получить не удалось.